А наш следующий участник умеет заставить переживать. По меньшей мере, во время его выступления на прослушиваниях Серик Акишев пережил аттракцион чувств и эмоций. Давайте вспомним, как это было. Как вы думаете, здесь может быть ваш телефон? Блин, трудно сказать, не знаю. Давайте проверим это, да? Откладываем отдельненько. Проверим, да, ваш ли это телефон. А, стоп, давайте мы сделаем так еще. Защитное стекло было, нет? Нет. Не было? Ну, мы все равно разобьем. А вы крутите дальше, вы не остановили. Вы крутите постоянно. А можно остановить этот шоу? Александр Ткачук, прекрасный иллюзионист из Казахстана, который сделал во время прослушиваний самое настоящее шоу благодаря своей собственной харизме, чувству юмора, ощущению сцены. Он смог сделать номер, который не только удивлял, но еще, ну, по сути, и веселил. Когда в таких конкурсах участвуешь, у тебя голова совсем по-другому начинает соображать, и ты прям погружаешься в творческий процесс. Начинаешь больше обучаться, меньше лениться и придумывать какие-то новые ходы, номера, подачу, все. Подготовил еще один опасный номер, но я его подготовил буквально за полтора месяца. И можно сказать, то, что я буду впервые показывать его сразу на большой сцене. Вот, поэтому волнуюсь очень сильно. У меня не было ни костюма, ни реквизита, ничего. Я все за месяц сшил костюм, нашел дизайн, заказал сначала один костюм. Попался на мошенников, которым скинул деньги, мне костюм не пришел. Поэтому мне пришлось переплачивать за костюм в два раза. Но я думаю, это того стоит. Это дает стимул сделать еще какой-то, наверное, новый номер и опять с ним как-то блестяще выступить, постараться. Сейчас прям в мире магии очень сложно что-то новое придумать. И хочется наш жанр иллюзии в Казахстане вывести новый уровень, чтобы к этому не относились к какому-то мошенничеству, потому что с 90-х вот этот старый стереотип. Я хочу, чтобы нас воспринимали как артистов, а не как мошенников. Это вот главный посыл. Саша, привет! Желаю тебе удачи. Мы верим в твой талант, твою целеустремленность. Уверены, у тебя все-все получится. И мы знаем, что ты самый лучший, уверенный и свои до конца. Желаем тебе только победы! Мысленно, морально, мы всегда рядом. Я в тебя верю. Я желаю тебе сейчас откинуть все свои страхи, все свои эмоции и просто показать всем, на что ты способен. Мы тебя очень сильно любим и верим в тебя. Саша, вперед! Я вот фокусник, моя задача удивлять, но тут я удивлен. Спасибо вам за сюрприз, очень приятно. Готовы к магии? А самое главное, поверить в нее? Тогда встречайте на сцене Александр Ткачук из Казахстана.
Спасибо большое. Давайте еще раз поблагодарим наших участников и Серика за смелость. Это снова было очень волнующее шоу. Александр Ткачук, Казахстан. Я спрошу Ситуру, ты главная разоблачительница фокусов на нашем шоу. Удалось ли Александру удивить тебя сегодня? Я сидела, во-первых, в страхе. Первое, что меня удивило, как вы облили себя горячим воском. Боже мой, вы железный человек. Но и второе, риск за жизнь, особенно за Серика. Я была просто в невероятном страхе, что мы потеряем, не дай бог, нашего генерального продюсера. Вы меня смогли удивить. Вот почему я люблю полуфинал. Здесь все Благодарю. Невероятное. А когда я находился на сцене, и когда Александр отработал с двумя нашими зрителями из зала, во мне еще теплилась надежда, что где-то что-то иллюзия, он что-то, наверное, видит, и я в безопасности. Но есть очень важный момент, когда Александр пошел за катаной, как он ее нащупал? Он сначала рукой ощутил огонь. Тепло от свечи, И в этот момент у меня все просто замерло в груди. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Я даже не знаю, как назвать сегодняшнее выступление от Александра. Это и, не знаю, была ли там магия и иллюзия. Это и шоу с боевыми искусствами, шоу на грани. Ну, в общем, это было по-настоящему круто. Браво, Александр. Спасибо, спасибо. Полтора месяца подготовки. Я думаю, ну надо же. Причем он говорит, это для меня новый номер. Ты сегодня действительно удивил нас всех. Я думаю, что сейчас после твоего выступления все начнут голосовать за тебя. Удачи, Саша. Спасибо большое, благодарю. Вы молодец. Можно сказать, сегодня состоялась премьера нового шоу. Придешь в проект, чтобы проявить свой талант? Не жди. Снимай видео в iTube, набирай популярность и зарабатывай на этом. iTube все свои, смотри, снимай.